Энергия в нужное русло. Боксеры Кузбасса вышли в ринг. Во Дворце культуры Распадский завершился турнир по боксу памяти героя Советского Союза Михаила Куюкова. Соревновались юноши 15-16 лет со всей области. Честь Междуреченска отстояли 16 спортсменов. В итоге в финал пробились пятеро. Самые яркие моменты финальных поединков смотрите прямо сейчас. Начинай первый. Не пережидай, Миша. Стопой. Давай, бей!